Как этот монастырь называется? Марача. Марача. На реке Марача монастырь Марача. Я быстро. Где там, да? Ты можешь мне снимать, что я снимаю. Ульи, а вон собака там живет. Стоит. Здесь огородик. Интересно, сколько здесь семей священников проживает. Тут живут, тут умирают, тут вот сразу кладбище священников. К пчелам мы не пойдем. Вон там девушка обрыв, наверное, смотрит. Пойдем тоже подойдем. Лучше постой, я тебя сфотографирую. Ну, давай. Иди ближе. А? Иди ближе. Ближе идти. Тут даже забора нету, да, просто? Ну, там просто. И да. Где-то река шумит. А внизу вон домик какой-то. Просвечивает. Они тут к нам были, сюда пошли, а там батюшка. Давай вернем. Иди попей. Кру-кру какие-нибудь. Ты же беременная. А что им тут делают? Они кускус не понимают. Спасибо, что вы сюда.
там мы уже собственно. Вот, я тебя вот так возьму по-европейски. Ну, одну ложечку при обеде за проблем бронхи, такое. А масло сколько стоит? Бутылку брать. Через негу еще такие, знаешь, душевно проехали. А, мы сразу забежим. Где наш автобус? Первый? Возможно, наш гид был здесь. Вот этот? Сейчас.